Muy buenos días, mis amigos. Здравствуйте, мои дорогие друзья. Сегодня я хочу закончить песню Сабины. La canción más hermosa del mundo. Самая прекрасная песня в мире. Но сегодня я пойду по другому пути. Я сперва объясню текст, а потом уже спою песню. Итак, давайте начнем. Вторая часть. Les presento a mi abuelo bastardo. Y a mi esposa soltera. Les presento, я представляю вам, a mi abuelo, моего деда. A mi abuelo, моего деда. Здесь мы говорим так, когда представляем кого-то. Допустим, если бы мы представляли деда человеку, с которым говорим на «ты», мы бы сказали «te presento a mi abuelo». Если одному человеку представляем, с которым мы общаемся на «вы», мы бы сказали «le presento a mi abuelo». А так получается, Сабина представляет его многим людям и к ним обращается на «вы». «Les presento a mi abuelo». «Abuelo bastardo». «Bastardo» означает «незаконнорожденный». «A mi esposa soltera». «A mi esposa soltera». «Mi esposa» – «моя жена». «A mi esposa» – «мою жену». И здесь идет «soltera». «Soltera» означает «одинокую». То есть вот человек одинокий. И тут, видите, такое поэтическое выражение. «A mi esposa soltera». Это его жена, но она одинокая женщина. «Al padrino, que me apadrinó en la legión extranjera». «Al padrino», крестного отца. «Que me apadrinó». «Que me», который меня, «apadrinó», ну, покрестил, да? «En», в, «la legión extranjera», в иностранном легионе. «A mi hermano gemelo», «a mi hermano gemelo», моего брата-близнеца, «patrón», «patrón» означает начальник, у которого в подчинении люди есть, «patrón de la merca ambulante». Мерка идет от слова «меркадо». «Меркадо». «Меркадо» – это рынок, да? А «меркамбуланте» – это вот такой передвижной торговый пункт, в котором работает один человек. И вот он является его начальником, патроном, под которым куча людей. То есть он и есть тот самый единственный, который в ней работает. А Симбат, а Симбат, эль Марино. А Симбат, эль Марино. Симбат – это Симбат мореход, эль Марино мореход. Que tuvo. Que tuvo, который имел, да, у которого был. Un sobrino cantante. Un sobrino, племянник, cantante, певец. Al putón de mi prima Carlota. Вот это интересное выражение. А в испанском языке говорят, ой, el idiota. Про кого-нибудь, да. Es un idiota. Нормально, он идиот. А потом, а можно еще усилить и сказать «El idiota de mi hermano». «Да этот идиот мой брат». И говорят тогда «El idiota de» – это еще максимальное усиление. А «Al putón de» ну, как вам сказать, это такое слово «пута», вы слышали это слово, да? Вот примерно представляете, как на русский переводится. Но очень легкомысленная у него эта женщина, сестра, да? Но здесь почему-то идет это выражение в мужском роде. Можно сказать «al putón de mi hermano». Такой он легкомысленный с женщинами. И про сестру он говорит «al putón de mi prima Carlota». «Al putón de mi prima Carlota». «Mi prima» – это моя двоюродная сестра, Carlota. Понятно. «И su perro salchicha». «И su perro salchicha» и ее perro salchicha такса. Perro – это мужского рода, да? A mi chupa de cota de mallas contra la desdicha. A mi chupa. Chupa – это вот куртка, да? Можно сказать, да? Так называют иногда куртки кожаные. Но здесь мы говорим вот о том, что надевается сверху, да? Куртка «de cota de mallas». А вот это, внимание, «de cota de mallas» – это кольчуга плетеная, да? Вот, то есть «a mi chupa de cota de mallas» – мою кольчугу «contra la desdicha». «Contra» значит «против», «la desdicha» – «несчастье». И мою кольчугу против несчастья, либо несчастий. «Mariposas
que cazan en sueños, mariposas, бабочек, que cazan en sueños, которые охотятся в снах, los niños con granos, за los niños, за детьми, с прыщами, за прыщавыми детьми, cuando sueñan, когда они им снится, que abrazan, что обнимают, a Venus de Milo sin manos, a Venus de Milo, Венеру Милосскую, sin manos, без рук. Me libré de los tontos por ciento del cuento de business. Me libré, я освободился, de los tontos por ciento, de los tontos, от глупых. Por ciento, это процентов. Вот всегда говорятся, кстати, как бы ни писалось, 20, 30, 40, но будут писаться не por cientos, а por ciento. 20%, 20%. 10%, 10%. Да? По-русски это будет множественное число, а в испанском por ciento пишется. Никакого S в конце. De tontos por ciento del cuento de business. Del cuento, cuento это рассказ, но еще иногда говорят, es un cuento, это так все, болтовня, сказка. Del cuento de business, это значит, этих всех сказок про бизнес. Dando clases en una academia de cantos de cisne. Dando clases, давая уроки. En una academia, en, в una academia, в одной академии, de cantos de cisne, de cantos, это... Кантус это пение, де сисне лебединое, то есть в Академии лебединых песен. Con Simón de Sirene hizo un tour por el Monte Calvario. Con Simón de Sirene, с Симоном из Сирены, это человек, который помогал Христу нести крест. Hizo un tour, значит, сделал тур por el Monte Calvario, на гору Голгофу, по горе Голгофа. ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú? Что бы сделал ты? Si tu Adelita, если бы твоя Adelita se fuera, ушла бы con un comisario, с комиссаром полиции, ну, наверное, по-русски это будет с начальником УВД. Frente al cabo de poca esperanza, arríe mi bandera. Frente al cabo de poca esperanza, frente, перед, al cabo de poca esperanza, перед, el cabo de poca esperanza, это перед мысом, esperanza, надежды, а poco, это маленькой надежды, перед мысом слабой, маленькой надежды. Arrié mi bandera. Arrié, опустил. Mi bandera, мой флаг. Либо спустил мой флаг, да, опустил его. Si me pierdo de vista, si me pierdo, если я потеряюсь, pierdo de vista, потеряюсь из взгляда вашего, то есть с виду. Si me pierdo de vista, если я потеряюсь из виду. Esperadme, ждите меня. En la lista de espera, en la lista de espera, в листе ожидания. Heredé una botella de ron de un clochard moribundo. Heredé, унаследовал una botella de ron, бутылку рома, de un clochard moribundo, от одного, от умирающего бомжа. Клочард это бомж. И морибунду умирающий. Olvidé la lección. Olvidé. Забыл. La lección. Урок. A la vuelta, вернувшись, de un coma profundo. Из глубокой комы. Un coma. Coma profundo. Глубокая. Да? Но видите, здесь получается кома мужского рода, и поэтому профунду мужского рода. Но по-русски это будет глубокая кома. Сабина действительно впадал в кому,
это было в его жизни, и вот как он утверждает, он не извлек урока должного. Nunca pude cantar de un tirón. Nunca pude, никогда не мог cantar. Nunca pude cantar, петь de un tirón. А, вот так вот, раз, ты спел тут же, да? De un tirón. La canción de las babas del mar. La canción, песню, de las babas del mar. Las babas del mar, это пузырьки вот эти вот, да? В морские. Las babas del mar. Del relámpago en vena. Del relámpago, чего? Или молнии. Relámpago, молния. En vena, в вену. De las lágrimas. Para llorar. De las lágrimas. Слез. Para llorar, чтобы плакать. Cuando valga la pena. Cuando. Тогда, когда valga la pena. Vale la pena, нужно, стоит это делать, да, стоит делать. Или no vale la pena, да, не стоит этого делать. Или как бы не стоит того, no vale la pena. De la página, encinta, de la página, чего? Страницы, página, страница. De la página, encinta, encinta, беременная. En el vientre, в животе. De un blog, en el vientre, de, в животе, чего? De un blog, блокнота, блок блокнота. Тротамундос, тротамундос, это вот, которые бродят по миру, люди, да, тротамундос, путешественники. De la gota de tinta, чего? De la gota, капельки, de tinta, gota это капля, de la gota, капельки, de tinta, чернил, del himno. Гимна de los iracundos. Гимна los iracundos. Ну вот, я, кстати, первый раз от Сабины услышал вот это вот название Иракундус. И гимн Иракундус считается вот эта песня. Вот это. Puerto Mo, Puerto Mo, me alejé de ti. Sin saber por qué, y yo la dejé sola frente al mar. Вот, вот это и есть гимн Лос Иракундос. Вот Сабина очень ценила, наверное, сейчас ценит эту песню. Она действительно была хитом в свое время. И заканчивается. Yo quería escribir la canción más hermosa del mundo. Yo quería escribir la canción más hermosa del mundo. Ну вот и, наверное, все на сегодня. Сейчас, наверное, давайте я еще спою песню от начала до конца. Yo tenía un botón sin ojal, un gusano de seda, medio par de zapatos de clown y un almacén al moneda, una hispano Olivetti con caries, un tren con retraso, un carnet del Athletic, una cara de culo de vaso. Un colegio de pago, un compás, una mesa camilla, una nuez o bocado de Adán, menos una costilla, una bici diabética, un cúmulo, un cirro, un estrato, un camello del rey Baltasar, una gata sin gato. Mi Annie Hall, mi Gioconda, mi Wendy, las damas primero. Mi Cantinflas, mi bola de nieve, mis tres mosqueteros. Mi Tintín, mi Yo-Yo, mi Azulete, mi siete de copas. El zaguán donde te desnudé sin quitarte la ropa.
Me escondite mi clave de sol, mi reloj de pulsera. Una lámpara de Alibaba dentro de una chistera. No sabía que la primavera duraba un segundo. Yo quería escribir la canción más hermosa del mundo. Yo quería escribir la canción más hermosa del mundo. Les presento a mi abuelo bastardo, a mi esposa soltera, al padrino que me apadrinó en la legión extranjera, a mi hermano gemelo patrón de la merca ambulante, a Simbad el marino que tuvo un sobrino cantante, al putón de mi prima Carlota y su perro Salchicha, a mi chupa de cota de mallas contra la desdicha. Mariposas que cazan en sueños los niños con granos, cuando sueñan que abrazan a Venus de Milo sin manos. Me libré de los tontos por ciento del cuento del business, dando clases en una academia de cantos de cisne. Con Simón de Sirene hice un tour por el Monte Calvario. ¿Qué harías tú si tu Adelita se fuera con un comisario? Frente al cabo de poca esperanza arríe mi bandera. Si me pierdo de vista, esperadme en la lista de espera. Heredé una botella de ron de un clochard moribundo. Olvidé la lección a la vuelta de un coma profundo. Nunca pude cantar de un tirón la canción de las babas del mar, del relámpago en vena, de las lágrimas para llorar cuando valga la pena, de la página encinta en el vientre de un blog trotamundos, de la gota de tinta del himno de los iracundos. Yo quería escribir la canción más hermosa del mundo. Hasta la próxima, nos vemos pronto.